Привет, друзья! Ну что ж, в этом выпуске мы снова прокачаем очередную эпическую карту на 8 уровень, составим сейчас колоду и пойдем катать каточки в глобале. Значит, сегодня у нас на очереди Poison на 8 уровень. Ребята, это жесть, реально, посмотрите на мои эпики. У меня все эпики, которые я бы хотел сделать на 8 уровень, уже 8 уровня. У меня еще осталась одна карта, а не две. Это Торнадо и это Стражи на 8 уровень. Если вы хотите ролик по этому, ну, по этим картам, то, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Потому что, ну, Торнадо не такое популярное, да и Стражи, вот, Яд, Пека, Голем, когда я прокачивал, эти карты реально крутые, это реально стоило отдельного видоса. А вот Торнадо и Стражи, я не знаю. Если хотите, дайте мне об этом знать. Поставьте лайк, напишите там в комментарии, почитаю ваши комменты, подпишитесь на канал, 5000 лайков набираем, как всегда, и я записываю новую серию. Ну что, 100 тысяч золота, блин, сколько мы уже золота потратили, это жесть. Ну, что ж, будем фармить на стриме. Прокачиваем, ребятки, Poison на 8 уровень. Жесть. Итак, ребятки, Poison 8 уровня, это одна из популярных, самых популярных карт, из заклинаний, я имею в виду. Она конкурирует с фаерболом, но большинство, конечно, отдают приоритет Poison, если он прокачан лучше. Хотя это спорный вопрос, люди делятся на два типа, кто пользуется Poison и кто пользуется фаерболом. Я знаю, люди, которые любят чисто фаерболом, Poison не сильно, а есть люди, которые реально only Poison используют. В общем, я составил вот такую вот деку, вот с пекой, но с пекой вряд ли мы пойдем в глобал, и вот еще с големом. В общем, предлагаю пойти с гигантом, первая атака, поехали. У меня 4900 кубок, кстати, ребят, вполне вероятно, что будут поражения, потому что, когда я играю не мейн-колодой на высоких кубках, ну, это не высокие кубки, ну, просто сейчас начало сезона, ну, относительно начала, да, неделя только длится сезон, тут играют сильные игроки, поэтому будет тяжело. Так, против нас, я так понял, быстрый хок. И что, он хочет выбросить справа Хога, я так понимаю. Давайте здесь выбросим Принца. Выбросим Мега Миньона на его, как его там, Мушкетера. Тут мы запнем, чтобы скелетика уничтожить. Уничтожаем его Мушкетера. Там еще Принц идет, молодец какой. И смотрите, Мега Миньон и Принц. Не, ну, только Мега Миньон. Принца, видим, что Принцу не дали нанести урон, так как там был Ледяной Голем. Ну и видим, что пока я проигрываю. Пока я проигрываю, потому что у меня не получилось сделать атаку на одну сторону. Давайте попробуем гиганта перед принцем. Пока неплохо получилось. Так, у него пушка, у него не торнадо, поэтому, я думаю, проблемы у нас не будет. До двойного эликсира, конечно, ему проще против меня, так как у него колода быстрее и цикл быстрее. Но, как видим, что я даже до двойного умудрился ему снести вышку. Забрать скелетика у меня цель, отлично. Так, и теперь самое главное задефать сейчас. Самое главное сейчас задефать. Давайте мегамуху сольем. Я не знаю, подготовим сейчас рыцаря, принца точнее. Ну давай, дружище, ну... Блин, ну он, конечно, заставляет меня нервничать. Поехали, с принцем заходим. Так, видимо, он хочет, знаете, как сделать? Он хочет перейти с дефа в контратаку. Так, значит, смотрите. Хога мы не дефаем. Смысла нету дефать Хога, потому что мы и так там вышку теряем. Мы выбрасываем темного принца. Мы ставим вот здесь гиганта. Мы ставим вот здесь гиганта. Принц, пожалуйста. Ой, боже. Кто же знал, что так получится все? А нет, смотрите, принц, короче, подумал над своим поведением и пошел на левую сторону. Хорошо. Первый спел от соперника. Первый фаербол. Так, здесь у нас принц пошел. Так, 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 давай, 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 темный принц. Отлично, тыку он наносит, и это хорошо. Так, да, все, победа, пацаны. Это изи. Блин, я, конечно, не ощутил поизона, да, то есть урона такого мощного. Но я просто на это не сильно обратил внимание. Давайте выбросим гиганта, подкинем темного принца. Блин, это было изи. Серьезно, так, мега миньона, тут у нас зап. Чем эта колода мне понравилась? То, что здесь три спыла, мощная атака. И для дефа хватает карт дешевых, как и дешевых, так и дорогих. То есть принцы дорогие, да, мега миньон с лучницами подешевле. То есть реально прикольная колода, я не знаю, раньше ее не замечал. Это ее недавно буквально взял у топа. Но это, собственно, против этой колоды, да. Конкретно в этом случае мне было легко. Не факт, что дальше будет легко. Смотрите, я предлагаю еще одну каточку с этой декой сыграть. Если она сейчас будет поражение, я эту каточку вырежу и пойдем с големом. Если нет, то я оставлю и пойдем
Тоже с големом, да. То есть, собственно, ничего не меняется, через одну каточку идем с големом. Нет, 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 нет. Ребят, короче, сыграло два поединка, и в итоге проиграл их, и колоды были одинаковые. Ну, практически. Короче, с тремя мушкетерами. И знаете, я вот реально не привык к поизну. Я, наверное, тот из тех типов людей, кто играет с фаерболом. Я не умею им пользоваться против трех мушкетеров. Я реально вот сейчас только понимаю, что я неправильно выбрасывал поизн. И мне не надо было сливать его просто так. Если фаерболом можно реально мушкетеров сразу уничтожить, то поизном-то так не сделаешь. Это немножко другая карта. Поэтому я проиграл трем мушкетерам. Я хочу еще одну каточку сыграть с гигантом. Потому что если попадутся мне три мушкетера, я постараюсь не допускать тех ошибок, которые допустил в предыдущих атаках. Вот, ну либо же просто сыграть против любой другой колоды с этой декой, потому что она мне очень нравится. Ну, меня, конечно, очень не устраивает то, что я вот прям двум колодам, трем мушкетерам проиграл. Это реально немножко, блин, расстраивает меня и, блин, пригорает, ребят. Ладно, поехали. Вот вроде бы в начале тащил, вы бы там видели, а вот в конце началось просто. Просто началось. Так, ладно. Мне кажется, это гигант с мини-пекой, короче, фаерболом. Ну, сейчас посмотрим. Так, а нет, это голем, скорее всего. Скорее всего, голем. Так, блин, мини-пека отстань от моего гиганта. Так, да, это голем, пацаны, скорее всего, с ракетой. Но принц доходит к вышке и один, и второй, и наносит просто бешеный урон. Бешеный. Ух ты. Так, сейчас будет, скорее всего, сборщик эликсира. Сразу идем в атаку. Не знаю, может сплит-лучниц сделать. Ага, вот, нет, не надо делать сплит-лучниц. Просто идем в атаку. Лучницы плюс гигант. Так, мы имеем дело против голема, значит, мне надо поизн будет выбросить тогда, когда соперник будет использовать, ну, фулл комбинацию там с големом, да, там мини-пек, у всех подряд ночную ведьму, что там у него еще. Блин, вышку не добили, это есть такой небольшой минус, но, знаете что, мы сейчас можем, короче, по-другому поступить. Ах ты ж, блин, ладно, поехали. Я не знаю, зачем я все сливаю направо, вот, ну, мало ли, вдруг прокнет что-то. Так, поехали, на трешечку, забиваем, короче, на голема, у него есть торнадо, я знаю, вот, ну, тут мы мега-миньона выбросим однозначно, что-то не очень получилось сейчас, мы вышку не забрали, и у нас сейчас эликсира нету, ну, ладно, в принципе, можно сказать, мы ему отдаем слева башню. Справа я сомневаюсь, что мы потеряем. У него есть торнадо, да, мы знаем. Вот. Тут мы выбросим poison. Выбрасываем poison. Так, он ставит, короче... Ну и что толку? С помощью торнадо он все равно ничего не добился. Все равно гигант... В конце было смешно. Отличная игра. Вот. Но я так точно, как и мой противник, я играл предыдущие две атаки. Так точно. Нервничал, что-то пытался там дефаться и в итоге проиграл. Вот. Ну что, ладно, переходим теперь к колоде с големом. Вот она, колода с големом. Очень такая странная. Тут и мини-пек, и дровосек. Но все-таки эту деку составил не я. Топ играет с этой колодой. Поехали, посмотрим, на что она способна. Так. У нас есть в начале сборщик эликсира. Давайте поставим его посередине, посмотрим, что там против нас сейчас будет. Так, мортира против нас. Давайте дровосека, постараемся успеть. Мы постарались успеть, и мы вроде бы успели. Сейчас будет рыцарь, будут миньончики, там всякие, там куча-куча мусора. Но смотрите, какой дровосек живучий 5 уровня. И мы еще уничтожаем, короче, почти всех миньонов. Но, блин, к сожалению, большому, огромнейшему моему сожалению, мы теряем сборщик эликсира. Все потому, что я не знал, что там мортира. Но ничего страшного, мы не отчаемся. Там еще должна быть карта типа шахтера и типа хога. Я так думаю. Давайте выбросим ночную ведьму. Вот она эта карта. Давайте тут мини-пеку выбросим, чтобы по копеечке сначала сагрились на мини-пеку. Вот, а потом сагрились на вышку. Так, смотрите, у меня там и там, короче, идут такие мощные юниты. О, пропускает мини-пеку. Нет, конечно, он не пропускает. Ставим, короче, сборщик. Сейчас, по идее, должна быть мортира. Банду гоблинов он слил, поэтому все, что меня может ожидать, это орда миньонов. Собственно, для него это не сильно будет выгодно по эликсиру. Мы вот так вот еще запнем сейчас быстренько. Вот, к сожалению,
Пропускаем урон. Ну, так всегда, против мортиры, так всегда. Но сейчас, скорее всего, пойдет шахтер на мой сборщик. Я выброшу какого-то юнита, и у меня откатится второй сборщик эликсира. Вот он, смотрите, оп. Если бы я еще угадал, было бы отлично, а я угадываю. И мы сейчас ставим второй сборщик, и, в принципе, это для нас очень такая, ну, неплохой, короче, ход. И, собственно говоря, сейчас будем мы атаковать его. Осталось 10 секунд, как раз пройдет время до двойного эликсира. Я думаю, что будем атаковать мы, ребятки, с вами правую башню. На левую забиваем, даже если мортиру он поставит. Мы забиваем на нее. Мы на нее забиваем. Хотя желательно, конечно, ее дефать. Давайте лучше ее дефать. Если он орду миньонов сейчас сольет, то это будет изи. Шахтера он сливает, короче. Смотрите, нам сейчас задача выбросить поизон. Выбросить поизон вот так вот. Вот так вот выбрасываем поизон. Здесь мы выбрасываем зап. Так, там, короче, много всего идет, летит. Там, давай. Короче, все это должно как-то там распетляться само по себе, не знаю как. Но что-то должно произойти, все подкидываем. Все подряд, да, именно так мы играем. Такая тактика у нас, подкидывать все подряд. 20 секунд остается, здесь мы выбросим орду, ой, поизон. Выбрасываем поизон, мы здесь вот так вот запаем это все дело. И забираем на трешечку. Я не понял, как я выиграл, я не понял, как я затащил. Но мы победили, это факт. Плюс 29 кубков. Ну, честно говоря, неплохо. Неплохо, мне понравилось. Колода интересная. Конечно, не хватает немножко воздуха, там, дракон. Ну, сплэша не хватает по воздуху, да, вот как против миньонов. В принципе, у нас есть поизон, но вы знаете, поизон, блин, хочется и на вышку кинуть, а в основном орду миньонов там или... Да, в основном орду миньонов выбрасывают так, чтобы спылы не попадали по башне. Поэтому приходится сливать чисто 4 эликсира на миньонов. Хотя размен выгодный. На одну каплю мы в плюсе. Плюс мы не только же коцаем миньонов, да? Так, в местном топе я сейчас на втором месте. Да, пацаны, да. Отличненько. На втором месте в местном... Пфф, да это вообще идеально. А где Крайсол? Он же был на первом. Ладно, неважно. Значит, на этом выпуск будем завершать. Ребятки, пишите в комментариях, какую следующую карту, какую вы колоду хотите, нравятся мои онлайн-атаки. Желаю вам удачи на арене, желаю вам хорошего настроения. Буду на этом завершать.